Студенты филологического факультета Тувинского государственного университета приглашают на занятия социальной школы для пенсионеров по обучению основам английского языка. Ежегодно Национальная библиотека имени Пушкина совместно с кафедрой иностранных языков ТУВГУ выступает с программой социальной школы для пожилых людей. С начала октября студентами третьего курса второй группы профиля «Иностранный язык» возобновлены занятия по английскому языку для пожилых людей. Слушателями являются пенсионеры в возрасте от 50 лет и старше. В этом году состав слушателей, желающих выучить английский язык, пополнился новыми заинтересованными лицами. Поэтому в школе есть группы начинающих и продолжающих учиться. Данные мероприятия ориентированы на людей с активной жизненной позицией, желающих приобрести базовые разговорные навыки, необходимые для общения в иностранной среде, для развития личных интересов.